промышленности элемент фирмы Alpine или Alpine просто лопнул. Это типа двухподвес. Лопнул элемент заднего треугольника, да, крепление дропаута. Интересно. Столько элементов на этом. Да. Раз, два, три, четыре, пять винтов крепления. Треугольник я лопнул этот элемент. Смотрите, какой тонкий металл. Насколько вообще не проварен он. То есть просто снаружи шов наложили, внутри металл вообще не проварен. Такая вот бабушка для соосности, да, сделана. И вообще ничего не проварен. Просто сверху накидали, что-то ерунды какой-то. Как человек вот не убился на нем. Видите, вот такое вот. Избегайте покупки, потому что все очень хрупкое, все очень тонкое. Даже не стал подвешивать, разбирая кверх ногами. Такое чудо. Очень легкий металл, прям вообще ничего не весит. Очень тонкий. Здесь даже на раме написано ультралайт. И вот это все собрано просто на винтах. То есть там ни подшипников, ничего нету. Просто втулка, в которую вкручен винт. Естественно, вот подшипники вот здесь промышленные прессованы. Но опять же в них втулка свободно ходит с очень большим люфтом. Ну вот это все люфтит с огромными зазорами. То есть такой вот он, ну, прям руками трогаешь, очень тоненький, тончайший металл.